Привет, ребята, с вами снова я, Тимур, и вы на моем канале. Сегодня мы будем снимать типичный день пожарного. Перед просмотром данного ролика поставьте лайк и подпишитесь. И мы начинаем. Ой, наконец-то меня этот автобус привез. Ой, так, пожарное депо тут. Точнее, пожарные ангары. Еще ворота наполовину закрыли. Да черт заклини. Да что же она не заводится-то? Так, теперь точно должна завестись. О, завелась. Ладно. Диспетчер, вызовов нет? Вызов есть, возгорание. Комсомольская площадь. Комсомольская площадь. Возгорание. Шестой дом. Вас принял, выезжай, вас принял, выезжай. Возгорание. Только на работу пришел. Уже возгорание. Достали. Опять, что ли, молодежь со спичками играется? Дети. Черт возьми. Дети со спичками играются. Я выхожу и тушу. Да, тушим. Всё, потушили. Диспетчер! Еще вызовы есть? Нет, еще вызов нету. Понятно. Едем тогда обратно. А, диспетчер, а можно съездить в другое депо? В другом депо остановиться. Да. Если его, конечно, достроили. Да, диспетчер, достроили. Только самого депо нет. Черт возьми. Кто сюда? Черт, мои мигалки забыл отключить. Ну все, пока что можно подождать. Попить чай. Да, Петрович, я тебе о чем и говорю. Такие дома строить, это вообще ужас. Ну давай, я пошел, Петрович. Давай. Давай, пока. Так. Что там спрошу? Вызов. Вызовов нету. Так. Так, 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 так. Что рация-то не работает? Ну ладно, достану свою. Вот она в кармане. Так. Диспетчер есть? Да, возгорание. Выезжаю.
Сократим дорожку. Черт возьми, что с этим домом? Постоянно горит. Сейчас сделаем выговор. Комсомольское еще возгорание обнаружено. Уже выезжаем. Одно за другим возгорание. Что же у них там такое происходит? Черт возьми. Лес что ли горит? Понять не могу. Да, по этим кочкам, конечно, далеко не уедешь. Ой. Черт, не тут. Да что ж, куда ее несет-то, ё-моё, черт возьми. Не туда поехали. Сократим маршрут. А то можем жизнь потерять. Диспетчер, мы сократили маршрут, по бездорожью ехали. Ой, ладно. Ничего, хорошо. Черт возьми. Так, еще вызови. Прям рядом. Что же во всем Советском Союзе то все загорает? Лес застрял. Да. Черт возьми, что врезался, что ли? Понятно. Помогу, может, чем. А, вызов. Батёк! Подтолкнусь! Давай! О! Давай подтолкну! Опа! Угу. Давай. Что с этим управлением? Ни хрена не работает. Только не говорите, что опять этот дом горит. Больше я не поеду на этот вызов, если этот дом горит. Черт, опять в этом доме горит. А, нет, стоп, не в нем. Это что-то где-то, я тут вообще даже ни разу не был. Авария, что ли? Черт, дом горит. Еще возгорание, да в этом же доме, да? Еще раз там возгорание случится. Я туда больше никогда не поеду. Я уволюсь. Даже сейчас Михалычу пораться посмотрю. Михаил Саныч. Да, вот на одно место мне вызов очень много раз приходит. Если именно на это, то я увольняюсь. Да, Михалыч, увольняюсь. Шутил я.
Ё-моё, что же мне не пишет? Больше вызов нет? Нет, больше вызовов нет. Ой. Моя смена подходит к концу. Сегодня мне надо еще успеть кое-куда. День рождения сегодня моего друга. Так что надо. Михаил Саныч попросил, чтобы он за меня поработал. Да черт, ничего не видно. Да ё-моё, как идеально вписались. Ой, что-то засмотрелся назад. Ровно, ровно. Варик. Работает, что ли? Ха. Михалыч приезжал, сказал, варик не работает. Так не чинили же машину. Саму починить. Ой, зачем не зовет? Ну все. Пока машина. Че, труба, что ли, погнулась? Погнулась. Плохо, плохо. Ну ладно, пойду ждать автобус. Пешеходный переход. Пазик мой, ё-моё. Главное, чтобы не задавили. Пазик, стой, 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 подожди. Да. Угу. Ребята, кому понравился ролик, то пишите в комментариях. Ребята, ну и на этом все. Всем пока-пока. Надеюсь, вам это понравился этот ролик. И всем пока-пока.